Доброго дня, Юрію Анатолійовичу. Ми раді вітати вас у студії Кременчуцьких новин. Добрий день. Спасибо, мені дуже приємно. Хотілося б поговорити з вами про події, яка сталася минулого тижня у Верховній Раді України. Там ухвалили рішення про те, що Російська Федерація відтепер визнана країною-агресором. Це було дійсно на внеочередному засіданні Верховної Ради во вторник. Називаємо так, це не законопроект, це заявлення Верховної Ради о том, що Росія є страной-агресором. Я лично голосовал за это заявление. Я считаю, оно актуально, правильно. Давайте называть вещи сегодня своими именами. Что нам снова-таки это даст? Ну, это даст, первое, усилить экономические санкции, усилить давление на Россию со стороны международного сообщества. Як відомо, Юрій Анатолійович, ви досить часто і досить плідно допомагаєте працівникам вагонобудівного заводу. Розкажіть, будь ласка, зараз яка там ситуація склалася? Ми давно працюємо з вагоностроїтельним заводом, і по можливості я спілкуюся з руководством заводу, часто буваю там. Ну, і, звісно, вопрос номер один – це завжди загруженість нашого підприємства. Вот одно из последних обращений, это было председателя правления Приходько Владимира Ивановича, о том, что сегодня есть контракт, новый контракт на реконструкцию 50 вагонов Киевского метрополитена. Это новый контракт, я хочу обратить внимание, потому что в свое время Крюковский вагоностроительный завод реализовал контракт на 100 вагонов по Киотскому протоколу. И после вот этого успешной реализации сегодня есть новый контракт на 50 вагонов метро. Но возникла одна проблема. Естественно, проводился тендер. В этом тендере, кроме нашего завода, участвовал Киевский электровагонно-ремонтный завод. Ну, который, в общем-то, принадлежит, он находится в подчинении Министерства инфраструктуры, вот, ну, работает на нем, естественно, Киевля. И вот, к сожалению, этот завод подал предложение, не знаю из каких соображений, на 30% дешевле, чем наш Крюковский вагоностроительный завод. Приходько позвонил мне и объяснил, что вот сегодня возникла такая ситуация, при такой цене, да, понятно, что они по логике должны победить в этом тендере, но реально это ниже себестоимости цена. И каким образом этот киевский завод будет реализовывать этот проект, никто не понимает. Более того, я могу сказать, что в связи с этим может вообще возникнуть срыв этого контракта. Потому что это киотские деньги, которые уже давались, да, вот, и сегодня после успешной реализации этого проекта нашим заводом, они снова готовы давать эти деньги. Вот. Они заявили, что если до конца 2015 года этот проект не будет реализован, а мы знаем точно, что если проект будет реализовывать киевский завод, то они не справятся с этим контрактом. Больше того, это понимают все. Я именно по этому поводу встречался с первым замминистра инфраструктуры, вот, который, понимая это, сказал, что нам нужно искать совместный выход из сложившейся ситуации. На тендерном комитете должно быть принято решение в пользу нашего завода. Одним із питань державних замовлень для нашого міста є завод дорожніх машин. Які перспективи у нас є отримати їх? Ми договорились з руководством заводу о том, що вони обратяться ко мне, як секретарю транспортного комітету. І я этот вопрос озвучу на транспортному комітеті Верховної Ради, о том, щоб сьогодні нашому предприятию дали государственный заказ. Государственный заказ на асфальтно-смістительні заводи. То, що производить наш завод «Дармаш». У Кременчуці одним із проблемних питань залишається стан доріг. Розкажіть, чи будете ви приймати участь у вирішенні цього питання? Ну, як звісно, через Кременчук проходять дві дороги государственного значення. От, це Полтава-Александрія і Борисполь-Дніпропетровськ-Запорожжя. Порядка более 20 км. Это те дороги, которые всегда
ремонтируют и обслуживают наш город, да, без государственных вложений. Поэтому сегодня, учитывая то, что я нахожусь в транспортном комитете, и я, кроме этого, нахожусь в дорожном подкомитете, где как раз вот обсуждаются эти вопросы, я буду добиваться того, чтобы хотя бы раз вот за несколько лет государство выделило деньги именно на ремонт вот этих дорог государственного значения, которые проходят через Кременчуг. Я очень надеюсь, что все-таки будет реализован этот проект, и мы с вами будем ремонтировать эти дороги не за счет бюджета города, а за счет государственных денег.